чем гости в отдел? Мы здесь заявление подадим. Мы что, похитили его, что ли? На территории отдела? Да, на территории отдела. Да. Все нормально. Вы у нас кто? Я включаю. Ты нормально. Сколько задержали? Да ты здесь должен быть. Чего? Вот его. Если вы, конечно, вообще против народа, против нас, против народа, против Путина, вы так и скажите. Мы никому ничего не обязаны. Чего ты к ним смотрел? И что? Он вообще сказал, проходите. Прыгаешь на меня. Без какой-то. Помощник начальника по работе с личным составом. Запрещено производить. Я после суточного дежурства. Тогда до свидания. Вы не правы, абсолютно. До свидания. Скажите, вас как зовут? На каком основании проходят граждане с рюкзаками, их не досматривают? Ну, за это с тобой ответить не могу. Как вас как зовут? На территорию? Это же товарищ подполковник Бардак. Они в отдел ведут? Вы в отдел? Я не поеду в отдел. Да, в не поедешь. Дверь закрыл, дверь заблокировал, то у меня в отдел хочет. Полицейский. Да, да. Я являюсь журналистом. Почему вы возите моего коллегу журналиста в отдел? На каком основании? Он задержан? Я здесь хочу подать. Мы здесь, мол. Это закройте. Но вам, чтобы удобнее общаться было. Почему вы? Бюджет, зачем вы возите в отдел? Мы здесь заявление подадим. Вы что, похитили его, что ли? Садик Константинович отказывался ехать в отдел. Его, похоже, похитили. Будем заявлять? А кто хит? Кто его хитил? Хитил второй. Хитил второй. Он, видимо, хитман. На территории отдела? Да, на территории отдела. Да. Все нормально. Я не успел, я думал, не меня хитил. Я был не готов. А это ЛРУ? Вы у нас кто? Я включаник. Ты нормально. А я думал, ты нам сказать из управления. Я думал, ты из управления. Я из управления. Нет, пропускной. Вход здесь? Да. Почему здесь ничего не было страшного? Вот, вход. Вот, вот. Вход, вот. Ой, прошу вас. Ладно. Направо. Специально. Лабиринтная система. Вот его. Здравствуйте. Ну что, первое заявление написал сотрудника неизвестного, как сотрудника формы полиции, который не исполнил федеральный закон номер 3, а именно статью 5, часть 5. Можете ко мне сейчас записаться? Вот, это первое. Сейчас мы запишемся. Вот. Сейчас буду писать второе, что он не исполнил 736 приказ, и потом будет данный гражданин разбираться. Что-то сегодня не веселый какой-то, не брызги, а? Не то, что четверг. Четверг ты отжигал по полной. Красава. На что были мои деньги потрачены? А? Ну что, ну прибухнул, наверное, или что? Мне кажется, там они куда-то действительно им нужно было может, кредит, вообще, кредит вообще, отдавать, потому что они даже вообще, заграждение, по-моему, на это дали металлолом. Какое? Дюга гружнение. Что там сейчас? Удалите там машину. Следующий. Так, Сафронов Павел Владимирович. Нет, какой документ? Скажите, пожалуйста. Документ обязательно? Ну, конечно. Ой, ну не говорите. Со слов пишите, да и все. Я вам говорю, это скажите, по закону, вам ничего не будет. Со я, слов напишите, я да должен доложить сейчас. Ну, Сафронов Павел Владимирович меня зовут. Я не знаю, откуда вы, чего. С какого управления? Вот первый. Вон тот стоит. Внутренних дел откуда? Ну, я же не знаю. Пишите, Сафронов Павел Владимирович, как посетитель. Я вам даже номер паспорта продиктую. А зачем мне посетитель?
Не знаю, вам зачем? Вам кого надо? Личность правильно записывать. Все. Откуда мы уже это начальство разберемся? А как ты нас назвал? Мы, значит, ему, чтобы новую кобуру выдали, чтобы новый ремень выдали. Вот это будет ходить своим обтесанным ремнем, как сапожник. Ствол потеряет, сам будет отвечать. Ствол потеряет вообще, вылетит в шею. Правильно. Получается, что вы имеете чужие вещи. Это нормально, позволишь? Вы же там, по-моему, не досматриваете, просто на улице стоите. Зачем же лезете в чужие вещи с какими-то непонятными целями? Сейчас что с этим будем делать? Человек осознал. Вы думаете, это нормально? И сожалеет. Да не осознал, он затихарился. Как в карманы держите. Я сказал, чтобы начальник пойдет. Сказал, чтобы начальник пойдет. Это все часть дежурной части. Так я же решаю. А ты как понять, вы выгодно? Пойдем. Палка есть? Так, туда же, пока же не скотина. Когда скотину можно там сделать, мы тоже не скотина. Прямо налево и по лицу. Налево, да, и прямо и вверх. Он совершил преступление? Я провожу видеосъемку. Вы не знаете, что где-то. Не знаете дальше. Ну, уберите там. Может, вы снимаете? Так у вас же написано, вот ведется видеонаблюдение, правильно? С разрешения снимаете. С чего вы взяли? Что это режимное помещение? Это режимное помещение. Есть охрана, кстати, стоит. И что? У нас везде, где стоит охрана. У меня на дачном участке есть охрана. Что вы снимаете? Ваша цель? Я не снимаю ничего. Я что делаю? Что хочу, я буду снимать. Пойдемте к нему. Ну, вот, у вас заявление. Информация для кого? Ну, читайте, смотрите. А фотографировать снимать нельзя? Информацию для себя на память. А что с какой целью? Уже? Узнавательный, как граждане Российской Федерации, как единственный источник власти. Если вы, конечно, вообще против народа, против нас, против народа, против Путина, вы так и скажите. Это гарант Конституции. А мы сейчас реализовываем. Мы хотим показать гражданам положительный образ полицейского. Мы журналисты. Это вы к нам пришли вообще-то. Что у вас случилось? Я представилась. Виктория, вот мы. А я вот не слышал. Привели сотрудники. Я пришла сказать замуж, которая подозревается в граждане. И вот мы пришли просто по нему писать заявление. Не, ну, и а что никаких нет, хорошо, ну а что тогда сложно было сказать? Мы пришли потому-то. Ну вот он может... Ну, я отдельно пришел просто. Разговаривайте со мной, тогда я вам все отвечу, если что можно. Сейчас пойдем еще к руководителю, с ним пообщаемся. Это информационные же щиты, они находятся в свободном доступе? Не совсем. Смотрите. Их можно фотографировать? Сфоткайте себе информационную. А можно я? Я вот год назад. Смотрите, что выражение, наверное, как мы преступные находимся. Вы были бы при форме, жетоны я себе нет. Никогда такого не позволил. Я думал, вы гражданское лицо. Я тоже. А вы сотрудник полиции? Я тоже представил. А вы просто, ну так, и всех же одеты. Я думал, вы такая же гражданская, как вы. Вы на рабочем месте. Нарушение устава. Как это сейчас поднимемся, я должен спросить. Сотрудник полиции обязан быть формой. Вы их требуете формы? Формы ему выдается для чего? Даже если... Я имею право находиться на рабочем месте, сделал он. Где это написано? Вы же не оперативный сотрудник. Вы же не оперативный сотрудник. Вы же просто полицейский. Я не а какой на полиции написано, я могу сейчас его достать. Подскажете мне, за какой статьей написано? Ну а как, у вас тут удостоверение?
тем более внутренняя служба, она просто отличается. Нет, вот федеральный закон о Литве. Здесь нету этого. Нет, другим законом. Ну каким? Ну зовите мне. Вот есть интернет, вот так я погуглю. Вы же сказали, что вы можете другим таким именно, но внутренний для служебного служения. Ладно, Виктория, да. У вас вот к вам вот по поводу формы как раз, вот видите, как сотрудник ходит, какая у него ремень и какая у него кобура, чуть представить не вываливается. Выдайте ему нормальную форму. Я изложу письменно. Просто водички нет, у меня просто. Да. Я сначала изучаю, меня вот отвлекли просто, я изучал. Не, ну я вам вот сказал, вы запомните. Как писать. А мне вот от девушки Виктории Викторовны, да, по-моему? А дайте я вам проявление объяснение. Нет, спасибо, объяснений не надо. Ну, если вы настаиваете, так, это вам будет. Мне? Настаиваю, да, чтоб написали. Чё, ты заявление объясни? А у тебя объяснение? А у тебя объяснение? Не знаю, он настоял, сказал. У меня тоже заявление, на того. У меня объяснение. Ты отбирать будешь объяснение от них, а вот я видео готов. Запомните заявление. Вы не помните, когда вы на меня на машинку напали, совершили нападение? Не помню. Ну какой день был? Ну вы каждый день работаете у меня? Ну, каждый день вас грабят и убивают. То есть вы даже не помните? Даже не помните, когда на кого напали? Часто бывает, наверное. Мне кажется, это было 6 число. Вот еще. А у вас же вот написано, видеосъемка. Мы с Викторией Викторовной уже решили этот вопрос. Нет, она тоже. Она замначальника. Ответственно от руководства. Что у вас произошло? Я там указал на заявление первое, второе, сейчас третий пришел. Угу. А что случилось? Гражданина. Но данный гражданин в Чехии. А автомобиль ваш каким образом? Ну, у меня там стоит на стоянке. На какой стоянке? На улице Новобасманы. Вот ключи у меня есть, ни одного документа у меня нету. Ключи в машине есть, а документ сверяющий личный сканил. Во сколько это было времени? Машина на Новобасманы? Да. А у нас? 9 до 9? А он меня взял, понятия не имею. Кто он-то? Сотрудник ваш мне не представился, я на основании 736 приказа попросил его принять обращение, он меня посадил в свою машину, нажал на этот стопор и привез сюда. У меня все журналисты, удостоверения, все деньги. А во дворе чьи машины? Ваши. Скорую помощь, естественно. Это не мы. Сюда человека вот привезли на патрульной машине. Я написал два заявления. Но это на за сотрудника, чтобы провести на проверку. Вот он, вот он. А чья во дворе машина стоит? Мужчина ваша? В нашем дворе. Нет, ваш нет. Я что-то совсем не понимаю. У вас бардак вообще. У нас бардак. Так, да, вы кто? А мы написал. Бардак фиксируем, просто смотрим на него. Вы кто? Граждане Российской Федерации, источник власти. Вы меня не ответил на лбу, скажите. Нет, вот вы снимаете меня, кто снимает? Вы снимите тогда ее. А вы вот ознакомлены с приказом. Приказом. Идите сюда. Я говорю своего подчиненного с приказом, а он как-нибудь подчиняется вашим приказам. А вы беспрешно приказы. Я его защитник. Я законом вроде руководствуюсь. Да, ради бога, хорошо. Но зачем вы правильно? Хотите исполнять, вы хотите кого-то. Всего доброго, пожалуйста. Вы сейчас ваше дело. Хочу ознакомиться с образцами заявления. Видите, очередь. Читайте. Информационными счетами. Помещение. Когда же должны находиться. Ваша машина стоит во дворе. Какая машина? Не. Ну какая-то серая. Серая? Вот. Не его конкретно, ну, кого-то из детства нет. Говоришь, в вашем дворе мои автомобили там не возникли. Мужчина автомобиля стоит на ОМПС. Так, правильно, первое заявление принял. Улица Новобасманная, дом 2-1, правильно? Ну и дальше ваш вопрос. Не, ну бардак мы можем, в принципе, дальше обсудить. Чего нет? Так, все, вопросы еще какие-то есть? Да, кто меня обратно повезет на машину? Такси. А кто будет платить за банкет?
вы обязаны довести. Мы никому ничего не обязаны. Да. Никому ничего не обязаны. Круто. А представьте, пожалуйста, я напишу заявление еще. Я говорю, вы представьте, пожалуйста, согласно федеральному закону на НПР. Дайте, пожалуйста, еще бланк заявления буду писать на сотрудника на вашего. Еще один, да. А мне писать как на лицо неизвестное или как? Да, может быть, исправиться, представиться. Вообще цирк. Вообще цирк. Реально. Ну, я говорил то, что тут это самое. Тут единственное, что вот изменилось, это тут раньше висела съемка запрещена, я написал заявление, я думал, они отреагировали, убрали. Ну, вот отреагировали, да? Убрали. Но как бы не, мышление это не поменялось, походу. Можно поинтересоваться, каким образом проникают в здание неизвестные личности без досмотра? Здание? Ну, мы сейчас где находимся? На улице? Досмотр был не произведен. Хоть бомбу пригласи и взрывай. Ну, все понятно. То есть, что за мои деньги? Мне еще и мне вообще пришли с одним из них. То есть, там еще... И что дальше? Ну, что дальше? Почему ты так не смотрел? Почему ты так не смотрел? И что? И что? Так что, товарищ подполковник, бардак. Я понял, машинка ваша? Освободите его. Я представился, когда к вам подходил, когда вы ко мне задом стояли, я сказал, мужчина, я ответственный от руководства. И все, там так и написано в статье 5. Вы машинку освободите, двор нам, пожалуйста. Школы. Уполномоченный, до самого района. Пожалуйста, пункт 4. Василий Максим Александрович. Освободите. Там же написано должность, звание, место работы. Майор полиции. Покинуть территорию отдела. Охраняемую стоянку. Каким образом вы туда заехали? А кто заехал? Мне сказали, что вы заехали. Да, машина ваша? Во дворе у нас стоит. Ну пойдемте, я вам покажу. У вас во дворе? Да. А вы здесь живете, что ли? Почему? Это наша территория, охраняемая, да. Вы имеете в виду? УВД Бусманный район. А, вы изъясняетесь яснее. Ваша машина? Смотря какую вы покажете. Там нет автомобиля. Там, вы знаете, я не вижу. Я думал, вы здесь, в окно покажете. Сейчас я за окно выйду. А то сейчас, если я выйду, мне помогут, а потом не пустить, а... Жалко, тут сотрудник ушел, который стоял сержант. Вот хотели вам показать, как у него в кобура вся износилась, что у него пистолет выпадает. Вот да, правда. Сделали замечание, где да. Твое дело. Да. Пистолет выпадает. И ремень уже износился там, я не знаю. Не то, что как вот сотрудник черный, местами рыжий. Не то, что он весь рыжий, местами черный. Ну, как я понял, замначальника отдела? Ну, что-то да, он да? Отвечал на это. Я просто не понимаю, цель какую вы преследуете. Похитили моего друга. Я приехал в отделение. Похитили вашего друга? Да, меня сюда привезли, я написал об этом вас заявление. Ваши сотрудники не то, что не исполняют федеральный закон номер 3, а даже им плевать на министра Колокольцева, на 736 приказ. И хотел вам сделать обращение, я сейчас напишу, чтобы вы сотрудникам, как написано в федеральном законе номер 3, давали формат А4 и ручки. Потому что они говорят, у нас говорит, нет, говорит, мы не можем на месте принять у тебя обращение, потому что у нас нет бумаги. Пишите, пишите. Вот. И когда я спросил у этого ППСника, как я буду добираться, он сказал, вызовешь такси. А кто будет платить за банкет, за такси, чтобы мне добраться до своей машины, где у меня лежат все соответствующие документы и деньги? Человек был не задержан, ее сюда привезли для такой цели, но обратно сейчас его уберет на такси. Да. Нет, на такси поедешь. Это движение номер 187. Вам у нас цели никакой, мы приехали забрать себе товарища. У меня цель, я просто не пойму, почему вы заехали на территорию Басманного района.
А у вас открытый въезд на территорию, скажите? Нет, закрытый. Закрытый? А как мы тогда заехали? Нет, вот у своих подчиненных. А, ввели. Правда? А что она вам сказала? Что? Она у нас вообще... Что ее вводил? Да. Почему меня не обыскали при досмотре? Сюда проходил с одним пакетом. Ну, у вас, я без всех, то есть, ну, кто угодно может зайти. Сейчас я с этим разберусь. Нет, конечно. Ну, вообще, на самом деле, вот, в нормальных отделениях полиции, там хоть какой-то досмотр есть. Вот, металлоискатель. На Шкода у вас не частицы где-то. Когда чья Шкода? Чья? Какого-нибудь. Ну, типа вот это. Личный автомобиль. Не служебный. Что значит типа вот это? Опера. Типа. А как типа. Сказать? Вот этого сотрудника. Более культурный. Типа вот этого, и он ушел. Я хотел сказать сотрудника, но он не хочет сотрудничать. Как у бандюгана. Разве позволено в собрании полиции? У вас же в уставе написано. Не рекомендуется носить золотые изделия, выражайте. Походит как цыгане. Да. Зачем он? Вот смотрите, товарищ майор, какая цепочка. Запрещено. Что? Я что, колокольцев, что ли? Это к нему или как? Он вообще сказал, проходите. Прыгаешь на меня. Бес какой-то. Полковник. Подполковник. А полковником не быть. Чего ты мне что руки не сломал? Сторонник. Ох, хамло. Кот говорит, подходите, и тут меня бьет. Аббревиатура такая, да не было. Да, я никак смениться не могу, уехать. Все арбузы подают, интересно, не знаю. Или только через них. Через них. Вот это вот. Да, тем меньше, тем... Да. Александр Борисович. Товарищ майор, скажите, пожалуйста, в уставе это написано золотые... Я, Александр Борисович. Золотые изделия вам запрещено носить. Почему? А в уставе? Вы это отдайте. Александр Борисович, я запрещаю. Вот. Конечно. Александр Борисович, может, отдадите? Да. Не выдали. Сейчас слишком собрались. Не заблажился. Правильно. Вот людей своих же сотрудников доводят, блин. Невозможно. Да. Один ходит, блин, пистолет чуть не упадает. Второй, он никак смениться не может. Ё-моё. Как вы тут не бастуете вообще? Я уже давно бы уволился. Да. Вот, смотри, кабура, новая. А у того как-то. У сержанта, да, там чуть... Да. Это... Уже это майор, ему новый может. А может, он уже... Каждый день меняет. Да. Мы замутил на щиты. Это ничего не означает. Запрещено сделать съемки на основании чего? На основании чего находятся люди, которые приходят писать заявление, и они не должны попадать ну, ни в одну объективную камеру. А вообще вы кто? Сохранность личных данных. Гостя. Помощник начальника по работе с личным составом. А запрещено через вас гражданское видео. Я после суточного дежурства. Тогда до свидания. Вы не правы абсолютно. До свидания. Любой сотрудник полиции, даже в гражданской одежде, находящийся в свободное от службы время, по личному просят, составу? Да. Скажите, вас как зовут? На каком основании проходят граждане с рюкзаками и их не досматривают? Ну, за это постовой ответственник. Как вас как зовут? Как вас как зовут? Как вас как зовут? Я
Почему вы так плохо? За сотрудников, которые допустили нарушение, отвечаете вы. Их командир понесет ответственность, включая сотрудников. По личному составу отвечает не командир. Мы проведем проверку в отношении всех этих действий. Против себя проведите проверку. Почему вы в гражданской одежде на службе находитесь? Я нахожусь после работы и прошу вас перестать проводить съемку в служебном помещении. Сошлитесь на норму закона. Нам только что разрешили. Вам не могли разрешить здесь проводить. Виктория Викторовна у нас работает за начальника? Виктория Викторовна работает. Пожалуйста. Смотрите, что здесь написано. Здесь ведется служебный. Нет, я здесь год назад. Это имеется в виду, что мы. Как вас зовут? Здесь ведется Кузнецов Сергей Константинович. Сергей Константинович, я год назад тут писал заявление, потому что у вас тут висел плакат, видеосъемка запрещена. После моего заявления плакат убрали, потому что он ссылался на отмененный приказ. Я думал, тут все хорошо, а тут все то же самое. Плакат убрали, а люди не поменяли. Беспешный приказ отменили в Верховном суде. Какие проблемы? Если мы не правы, 19-я часть 1 и вперед. Ну да. Мы готовы ответить по тех, что вы закончили. Вы же не будете нас бить. Ну возьмите, составьте протокол. Вот, тогда у вас есть же меры, какие вы можете применить. Составьте протокол и к ответственности нас привлеките. По какой статье там придумайте что-нибудь.